Всем большой привет! Нахожусь в магазине Сенсей в отделе товаров «Все для дома». Здесь стали выставлять новогодние товары, и я спешу ими поделиться с вами. Нахожусь в торговом центре «Мол Матрица» города Ижевск. Новогодняя силиконовая лопаточка для кухни с большой деревянной ручкой. Также есть отверстие, красивый дизайн. Рисунок только с одной стороны. Цена 159 рублей. Продаются они в двух вариантах, в красном и в белом цвете, и на кухне будут создавать теплую новогоднюю атмосферу. Декоративная деревянная подставка с блесками. Блески осыпаются минимально. Сама декоративная подставка, она объемная. Цена такая же, 159 рублей. Продаются они все в одной форме, большой размер. Также будут смотреться на полочках очень красиво. Еще из этой серии продаются новогодние свечи в больших стеклянных банках в красном цвете. При открывании крышки сразу же чувствуется приятный аромат, он настолько нежный, нехимозный и ненавязчивый. Крышка стеклянная с силиконовой вставкой. Аромат называется «Яблоко с корицей», очень классный. Этой свечи вам хватит надолго, также можно использовать его в декоративных целях, объем 530 грамм. А цена 399 рублей. А следующая декоративная свеча в такой же большой стеклянной банке в зеленом цвете, объем также 530 грамм с ароматом «Зимний лес». У этой свечи тоже очень нежный и приятный аромат, и я так думаю, вы будете долго выбирать, не зная, какую купить. По составу 100% парафин, а не воск. А цена такая же, 399. А следующее декоративное новогоднее украшение продается в красиво оформленной упаковке. Это 4 небольшие свечи в форме елочек. Цена очень даже хорошая, в других магазинах будет стоить, кроме Fix Price, намного дороже. Здесь 259. Красиво будет смотреться на сервировочном столе в качестве декоративного украшения. И даже будет жаль сжечь такую свечку. Из новогодней серии посуды привезли пока только один набор. Сюда входят две очень красивые кружки. Они очень классно смотрятся с новогодним рисунком. Рисунок с двух сторон, внутри в белом цвете. А следующая кружка, она точно такая же, с таким же рисунком, но в зеленом цвете. Приятная упаковка, можно купить и уже не думать, как оформить. А цена этого набора за две кружки 399 рублей. Считаю, что это максимально выгодно. А несмотря на то, что кружки цветные, их можно мыть в посудомойке, греть в микроволновке, выдерживают температуру до 300 градусов. По составу изготовлены из керамики. В скором времени привезут еще больше новогодних красивых кружек, ну а пока что есть. Но эти кружки тоже очень классные. Новогодняя гирлянда в форме небольших звездочек, они прозрачные, работают они от двух батареек, как всегда, длиной 3 метра. На кадре, наверное, непонятно, но форма звезды очень классная. Свет теплый белый, самих звездочек 20 штук, длиной, повторюсь, 3 метра. Продаются они пока только в одной форме звезд, и цена 199 рублей. А следующая новогодняя гирлянда, это вот такие вот красивые шары, они в разных формах, и цена у них 599 рублей. Работают они от двух пальчиковых батареек, но они не входят в комплект. Длина 4 метра 75 сантиметров и количество шаров 20 штук. А цвета очень приятные, темно-серый, светло-серый, белый и в черном цвете есть. У этой гирлянды провода прозрачные, и сами шары очень качественно изготовлены. Продаются они в одном оттенке. Следующая новогодняя гирлянда в черном цвете в форме фонариков. Точно такие же, по-моему, продаются в магазине Fix Price. Здесь цена 499 рублей. Длина 1 метр 35 сантиметров. А сами фонари у гирлянд металлические, и продаются они в одном черном цвете. На одном проводе висят 10 штук. Следующая новогодняя гирлянда в форме прищепок. И как нарисовано на картинке, на них можно дополнительно прицеплять какие-то декоративные украшения или фотографии. Работают они от батарейки длиной 2 метра, гирлянд 16 штук.
По форме они напоминают копию деревянных прищепок, изготовленные из пластика, прозрачные. Также есть металлические зажимы. И сам провод, он также в прозрачном цвете. У них мягкое крепление, но в то же время они хорошо прижимают. По качеству исполнения я не увидела никаких дефектов. Батарейки не входят в комплект, их нужно, как всегда, докупать. Продаются они в плотной картонной упаковке. Стали выставлять новогодние домашние комплекты. Это удлиненная рубашка, смотрится очень красиво. Размер этой рубашки XL, а так продаются во всех размерах. Рукав длинный, широкий, с манжетом, застегивается на две пуговицы. Ткань по тактильным ощущениям приятная, также будет приятная к телу. Цена 1190 рублей. А на груди есть еще кармашек с сердечком. Классно смотрится. Новогодняя пижама тоже очень классная. В комплекте она состоит из двух вещей. Это шортики и футболка. На шортиках есть вот такие вот завязки. Они не пришиты, а затягиваются. Сама резинка пришитая. Шортики коротенькие. И классная футболочка с двумя котиками. А шортики укороченные, свободного покроя. А цена такого домашнего комплекта 599 рублей. Продается с разными размерами. Шиты из трикотажной ткани, трикотаж сам тонкий, везде ровные строчки, по составу 100% хлопок. Из декораций можно приобрести новогоднее декоративное украшение, цена 299. Качество исполнения отличное, классно будет смотреться. Это игрушка Мяшка, не помню, как она называется, цена 299. А если вы не знаете, что подарить своим девчонкам, подружкам на Новый год, смотрите, какой классный блокнот я увидела. Цена 399 рублей. У этого блокнота плотная и в то же время очень приятная мягкая обложка. Листы в широкую линию. Это полноценный блокнот, листов достаточно много, с красивым оформлением. А также еще привезли новогоднюю косметичку. Смотрите, какая она классная, с изображением пряников, различных вкусняшек. Сама косметичка, она большая, вместительная. Цена 299 рублей, сверху закрывается на молнию. Деревянные коробочки, два варианта в нежно-зеленом и розовом цвете. Крышка откидная с металлическим креплением. Внутри нету никаких делений, коробочка высокая и вместительная. Исполнена отлично, красивая и функциональная. А следующая декоративная свеча, находится она в стеклянной банке в красивом оформлении с ароматом бергамота и эквалипта. Массой 150 грамм, цена 259 рублей. А следующая свеча с ароматом магнолии, с приятным и классным ароматом. Цена такая же, 259 рублей. Подвесное круглое зеркало на цепочке, продается в одном золотом цвете. Смотрится, конечно же, очень красиво. А цена этого зеркала 299 рублей. В фикс-прайсе, скорее всего, такая же цена, но там диаметр, на мой взгляд, немного меньше по сравнению с магазином Sensei. Качество исполнения отличное. Цепочка. Само зеркало тоже классное. Еще в продаже я увидела вот такую вот картину. У нее очень красивое изображение на деревянной широкой рамке. Цена 199 рублей. С обратной стороны есть два металлических крепления. Можно будет подвесить как горизонтально, так и вертикально. Менять фотографии. Или оставить все как есть. Новая плетеная корзинка. Она глубокая. По бокам с двумя ручками. Плетение плотное. А цена 599 рублей. Еще одна картина размером 20 на 30 сантиметров, цена 259 рублей. Красивый дизайн, подвешивается только в вертикальном положении, с обратной стороны есть металлические крепления. Из этой серии можно еще приобрести с другим рисунком, размеры, к сожалению, не указаны, цена 359 рублей. У видео 30 на 40 сантиметров. И вот так вот они будут смотреться вместе. А трикотажная футболка в новогоднем оформлении, сшита из тонкого трикотажа, приятная, по составу 100% хлопок, цена 599 рублей. Ободки,
Они очень красивые, звенят, есть с пайетками и простые. Цена 259 рублей. Смотрите, какая классная рубашка, ткань тонкая, приятная к телу. Рубашки продаются в ассортименте, есть еще и в красном варианте. В розовом варианте тоже есть с такими же рисунками. У рубашки длинный рукав, застегивается на пуговице. На груди есть один небольшой кармашек. 599. Новогодние носочки, они очень красивые и теплые. Приятные на ощупь, носочки длинные, теплые. Цена 299 рублей за одну пару. Это уже коротенькие носочки, продаются они в комплекте из двух пар. Тоже все в новогодней тематике. Цена за две пары 199 рублей. В фикс-прайсе, по-моему, точно не найдешь таких цен и таких красивых носочков. И вот еще увидела новые ободки, у них уже более высокие рожки. Цена 259 рублей. И еще одни новогодние носочки, продаются они в комплекте из двух штук. Цена 199 рублей, сами носочки коротенькие, подходят на размер 36-38. А как вам такая новогодняя футболка в черном цвете? А это футболка оверсайз, и также она подойдет и для девочек, и для мальчиков. Размеры есть все, цена 599 рублей. А на этом я хочу закончить свой обзор, и мне будет очень приятно, если вы этому видео поставите лайк, подпишитесь на мой канал и напишите свой отзыв. А мы увидимся в следующих моих видео. Всем пока-пока, до скорых встреч!